Чистота – залог здоровья и главное оружие борьбы с инфекцией. В городском округе Химки коммунальщики, вооружившись тряпками и хлорсодержащим раствором, обрабатывают все поверхности, которых могут коснуться жители. Не обошли стороной и остановочные павильоны. Всего их в Химках порядка 150. Каждый день сотрудники жилищно-коммунального сектора промывают лавочки, металлоконструкции, инфостенды и стеклянные поверхности. В ночное время их отмывают от грязи, а затем обрабатывают раствором. В случае минусовой температуры мы будем обрабатывать в ручном режиме хлоросодержащим веществом те элементы, к которым прикасаются жители. Также в городском округе продолжают санитарную обработку подъездов. Дезинфекцию проводят двумя способами – паром и хлорсодержащим раствором. Трижды в день им протирают перила, ручки дверей, лифтовые кабины, подоконники. Руководство управляющей компании «Жилищник» проверило, как ведут работы в доме номер 8 по улице Бабакина. В Химках более 1000 многоквартирных домов. Все управляющие организации обязаны регулярно проводить обработку помещений.